времени суток зрителям, священным гостям нашего канала. С вами Росси, это канал Роли Гейм Онлайн, рубрика Геймплей Летсплей. И сегодня мы с вами рассмотрим игру под названием Южный парк, если дословно расколотый, но целый. Ребят, почему я назвал именно так? Потому что не хочу коверкать своим страшным английским произношением названий игр, поэтому давайте лучше я буду стараться их переводить по-русски или просто буду говорить, ну вы сами видите по названию, что это за игра. В общем, игра эта должна быть, по идее, в стиле RPG. Это продолжение первой серии игры. Сделана игра по известному, скажем так, мультсериалу «Южный парк». Я думаю, он не нужен в представлении, не нуждается в представлении. Поэтому это, в общем, продолжение. И сейчас мы с вами в эту игру посмотрим. Я в нее буду играть первый раз. То есть я проверил, чтобы она у меня пошла, потому что я почитал по отзывам в Стиме и гуру интернета, которые на своих пекарнях запускают эту игру и говорят, оптимизация какашка, оно там все очень лагает. Я не спорю, я в этом сильно не разбираюсь. Как бы моя цель показать вам игру, да и самому, в принципе, на нее посмотреть. Игра относительно свежая, на момент снятия видео она уже вышла как 4 дня назад, то есть сегодня 21 октября, она вышла 17 октября 2017 года, соответственно. Поэтому давайте меньше слов, сразу к делу. Вот, надеюсь, лагать ничего не будет, я специально поставил самые низкие настройки, надеюсь, картинка получится не очень отвратительной, но с лагами тоже играть не хочется. Давайте, в общем, новая игра. Я, как обычно, не буду читать субтитры, не буду читать, как бы портить вам впечатление. Поэтому, ребятки, читайте сами. Я надеюсь, вы читать умеете. А если нет, то обязательно займитесь этим. Обязательно. What has become of this city? There used to be laws, justice, not anymore. Crime is out of control, cats are missing, and townspeople are being victimized. Oh, hey, who pooped on my porch? What's going on with you? Woo! Woo! We were supposed to protect those who couldn't protect themselves. Get off my car, you little pecker! Now superheroes are torn apart by political differences. We are two sides at war. But war isn't going to save our city. Time travel is my only hope now. Myths tell of ancient times. When a new king united a kingdom torn apart by a powerful stick. Hi, hon. Shut up, ma'am. There's no time to waste. I have to go back, change the present if I can, and find this cat. And in doing so, perhaps I can change what has happened to all of us. Собственно, заставка была в стиле Южного парка, то есть ничего не удивилось, ну, вообще был не удивлен. Так, давайте, значит, как я понимаю, это создание персонажа. Волосы, макияж, давайте волосы. Ну, я думаю, девчонку делать не будем. Давайте сделаем какой-нибудь такого. Нет, это слишком длинные волосы. Пока ничего такого. Нет, ну это как-то слишком банально, что ли. Девчачья, нет. Девчонку мы все-таки делать не будем, давайте все-таки сделаем пацана с большими такими. Блин, я даже не знаю, если честно, что выбрать. Не знаю, давайте такого. Так, мы еще можем изменить цвет
Давайте, наверное, это сделаем. Какой у нас цвет? А, смотрите, полностью. Какая крутая здесь кастомизация персонажа. Ну, розовый, наверное, черный. Давайте, что ли, типа такого, что ли. Так, назад. Угу. Макияж. Что такое макияж? Ага, типа веснушки. Румянец. Ладно, давайте. Волосы на лице. О! Бородка, щетина. Давайте такую легенькую щетиночку сделаем. Так, очки. Нет, очки не надо. Одежда. А, мы можем покрасить плащ. Давайте его покрасим, наверное, в синий цвет какой-нибудь. Вот так вот. А саму кофту мы покрасим, давайте, в такой желтый. Выбрать. Вернем плащ. Где там наш? Вот, так, вот такое вот. Есть такое дело. Так, руки. А, перчаточки еще подкрасим. А перчаточки давайте сделаем. Нет, фиолетовый, наверное, не будем. Давайте их оставим, короче, вот такой. Светло-светло-коричневый. Хорошо, так, дальше. Выбери сложность. Просто... Смотрите, какой тонкий, как бы, намек, что... Не волнуйся, но ты бойцовский... В общем, смотрите, тонкий намек на то, что черным быть намного сложнее, чем белым. Давайте будем белым. Так, все, сложность выбрали. Я выбрал белый. Удачи. Унитаз. Сложность. Сложность звездочка. Используйте ВСД влево-вправо, чтобы найти слабое место, затем нажмите Y, чтобы начать. Хорошо. Так, давайте попробуем. Сконцентрируйся. Удерживай. И чего? Ну, удерживай, что надо. Надо, короче, сейчас... О! Поймал. Сейчас, теперь Игрик. Ага. Так, ерзающий диктор новостей. АС. Ребятки, я извиняюсь, если будет очень громко вам клавиши. Но... Отщипни ее. Я даже сральный мастер. Я... Не знаю, что происходит, но окей. Так, как мне двигаться? Ага. Ага. Короче, ВСД — это управление. Левая кнопка мыши — это бить. Это типа суперспособность, наверное. Так, пробел открыть, да? Да, ящик. Пищевые добавки, шампунь от Дуда в заднице. Лекарства. Тут ничего нельзя достать. Ладно. Давайте идем. We should be happy that he's made friends in this town so quickly. We came here to hide. More friends just means more trouble. You're being paranoid. You need to lay off that stuff. It's changing you. Oh, lay off. It's the one thing that helps me relax from your stupid shit. Oh, hey, whippersnapper. Didn't see you there. Your friends are downstairs, kiddo. Get out there and play. Ребятки, я напоминаю, что я не читаю вам. Hey, look, you brought a towel. Hey, man, I'm Tal, your gaming bud. I'm gonna give you
tips from time to time because, well, who doesn't like tips, right? All right, then. I'll see you later. Блин, это полотенечко сбил мне всю мысль, что я хотел сказать. Так, давайте заглянем. Оно меняется. Закрыто. Ладно. Что тут у нас? Канцелярский нож, пальчиковая батарейка. Нам техника, хорошо. Здесь у нас целая комната. Слушайте, какой-то не РПГ, а какой-то, как, не знаю, квест напоминает. Пока что только из РПГ был момент создания самого персонажа. Я извиняюсь, я случайно. Так, игрушки. Костюм стримера. Перчатки стримера, головной убор стримера. Инопланетный зонд МК-2, ожерелье из души эльфов, мантия верховного колдуна, мантия короля, платье принцессы Кенни. Инопланетный зонд МК-2 артефакт и ожерелье из души эльфов. Ух ты, сколько всего добавилось, деньги, короче, какие-то, да, чеша. А, смотрите, так оно еще тут все бьется? Или мне показалось? А, смотрите, можно бить. Не знаю, что-то ничего нет. Так, давайте попробуем разобраться с инвентарем. Ага. Пока все очень просто, оказывается. Нажимаем Tab и, в принципе, открываем кладовое. Что тут у нас есть? Давайте посмотрим. Лекарство, техника, хлам. Лекарство. В этой игре представлена вся продукция крупнейших фармацевтических компаний. От слабительного до экзотических лекарств, вроде дистиллированной налички. Так что хватай все, что плохо лежит, и воплощай в жизнь свои геройские замыслы. Собирай лекарства и создавай из них лечебные предметы, антидоты и оживители. Техника. Пока ты спал на уроке естествознания, система Intel Link глюканула так, что ты получил способность превращать бытовую электронику и химические вещества в превосходное устройство для борьбы с преступностью. Собирай технику и создавай артефакты. Хлам. Для изобретательного мастера мусорных дел Южный парк – это золотая жила. На каждом шагу здесь валяется пластмасса, металлолом и прочий хлам. И все это может стать мощным оружием против зла. Биологически опасное вещество. Первое правило мастера. Ничего не выбрасывай, даже мусор. Там, где обыватель видит кучу хлама, ты находишь стройматериалы для закладки фундамента справедливости. То же самое касается мочи, спермы и возбудительных смертельных заболеваний. Хорошо, понятно. Предметы для задания. Полотенце. Хорошая вещичка твоего приятеля полотенчика. В мире разврата и грязи никогда не знаешь, когда тебе понадобится полотенце. Для рук из 600 нитей из египетского хлопка. Компоненты. У нас есть скотч. Клей. Короче, можно с помощью QE прыгать. Ладно, это понятно. Настройки галереи нам не нужно. Я думаю. Включить. Что у нас тут? Мечи из пены для ролевых игр. Понятно. Ну и что-то дальше. Короче, я включаю. И, кстати, закос под Xbox, если не ошибаюсь. Включить компьютер. А это, наверное, какая-то другая приставка запуска. Сонька, что я никогда не запускал, поэтому не знаю, ребятки, не буду врать. Ладно, спускаемся вниз. Там кто-то. Включим телек. Тут там что-то есть? Нету ничего. О. Подключи кабельное ТВ. Брошюра. Кто там воет? Ага. Я понял. Your friends are at the front door, honey. Go outside and play. Don't worry, baby. When I'm dead, the pain will all go away. I'm not crying. I'm laughing. It's okay, honey. There's just something in my eye. Don't worry, baby. When I'm dead, the pain will all go away. Ладно, она повторяется. Так, основной предмет макароны и тортилья.
что бутылка для спортивного питания, пакет чипсов. Молоко без лактозы, банка имбирного ситра. Ситро, что ли? Ладно, тут, походу, ничего интересного для супергероя нет. Идем, кто-то там стучит в дверь. Наверное, наши друзья в опасности. У нас тут что? О, литиевый аккумулятор. Еще немножко денег подсобрали. Ладно, выходим на улицу. Там сражение. Так, сражение. You just moved to town, and you get to be king? I think you're a little pussy. Punch that more in the face, king! Преимущество в бою. Бой. Давай, король, давай. Так, что надо делать? Knock him out, king! Нажми один, чтобы выбрать способность. Выбрал. Так. Выбрать врага можно с помощью ВСД. Ага. Так, чтобы использовать способность, пробел. Ух ты! Способности с отбрасыванием наносят дополнительный урон за счет столкновения врага с другими противниками, союзниками или предметами. Наш король непобедим. Так, удари их побольнее в этот раз, парень. Хорошо, выбираем. Не знаю, так. Ага, ну, боевку примерно понял. Так, чтобы ударить врага и начать бой. Ага, преимущество в бою. В бой. Знаете, чем-то боевка напоминает пошагов, как в героях. Я думаю, каждый разыграл. Так, напав на врага первым, ты получаешь преимущество в бою. Право первого хода. Чтобы увидеть весь порядок ходов в бою, посмотри на шкалу времени в правом нижнем углу экрана. Ну, понятно, сначала хожу я, потом они. Разные способности влияют на разные части боевой сетки. Расстояние действия способностей можно увидеть на диаграмме под ее значком. Так, хорошо. Давайте возьмем отбросить назад. Значит, нам надо подойти немножко вот так. О, теперь мы попадаем и... Понятно. Пока они сейчас все подойдут, короче, я уже понял. Ага. Ситуация такая. У нас, получается, не перезарядился наш второй этот, поэтому давайте, наверное, ударим первым. Так. Надубасим его просто и откинем. Теперь сейчас ходят они. Я думаю, более логичнее будет сделать вот так. Вот. А теперь разобраться с этим козлом, скажем так. Первый. И вот так вот. Да, пошаговая боевка. И, наверное, потом будем драться всей толпой. Надо добраться в дом Картмана. Ух ты, охранники. Everything in front of here is lava. Oh, dude, no way. All that is lava? Yep, everything from here to here is lava. You can't cross it. Shit! Come on, let's get inside. We can't. They're seeing everything in front of the door is lava. Oh, that's not fair. What do we do, the king? What do you do now? You die. Release the dragon! A dragon? We're glad. Так, враги могут нападать на тебя, когда ты следуешь мир. Если враг подкорюл тебя и напал первым, он автоматически получает первую... Ну, понятное дело. Так, ходил я. Теперь мы сейчас используем все наши умения. Значит, подойдем вот так. Отдубасим его кулаком и толкнем на дракона. Вот так. Дракон получил. Все, получил. Так, удары слабака. Дракон, огненное дыхание.
Так, полосатыми квадратами на земле будут обозначены места, куда будет направлена грядущая вражеская атака. Чтобы не пострадать, уйди в безопасное место. Оп. Когда будешь готов завершить ход, нажми и удерживай S. Ну, точнее, C, S, кому как удобнее. Сейчас дракон, походу, своего спалит, чем мне кажется. Да. Так, ладно, если будете пускать огонь дракон, понятно. Так, что тут у нас? Машина. Stay out of the street, damn kids. Смотрите, опять пасхалка, флаг Китая спрятан слева. Такой, знаете, как в этих показывал. Так, что это? Удар небесного господства. Враг хорошенько получает по шее. Давайте попробуем. Ух ты. Убийца дракона. Есть такое дело. Это я. О, мой бог, он победил дракона! Дел фрикен вей! Этот кид amazing! Все, пацаны разбежались. Я победил дракона, навалял этим бандитам. В общем, ребятки, давайте, наверное, заканчивать как бы с этой рубрикой. Если вам понравилась игра или понравилось видео, обязательно поставьте лайк. Сейчас пацаны договорят. Вот. Если вам понравилась игра, понравилось видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами, мы стараемся для вас. Если вы хотите, чтобы я дальше проходил эту игру, в принципе, она прикольная. Я никогда в такой жанр игры не играл. Если вам понравилось, тоже за это пишите. Обязательно пишите и проявляйте свою активность. С вами был Роси, это был канал Rolly Game Online. До скорых встреч. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Все, всем пока.